Всем привет, Днепр на связи, 16 июня, 11 часов. Друзья, у нас дали сигнал воздушной тревоги в 10:46, и не просто так. Уже буквально через 5 минут после начала тревоги зафиксирован пуск ракет с акватории Черного моря. Прошли ракеты Одесскую и Николаевскую область, предварительно направляются в западную часть нашей страны, поэтому будьте бдительны. Такие дела, не самое приятное. Ночь прошла спокойно, у нас даже тревогу не объявляли. Тревога была в Николаевской, в Одесской области, в Сумской. В Николаевской области сбито 2 шахеда. Затем мониторинговые группы сообщали о непонятных быстрых объектах в Сумской области, предположительно ракетах. О дальнейшей их судьбе ничего не известно. Возможно, имитация была, возможно, что-то, что нам знать не положено. В общем, друзья, такие дела на данный момент. Прямой угрозы для нашего города и области нет, но все помним, как ракеты могут менять свое направление, кружить, запутывать ПВО, поэтому до конца тревоги бдим, насколько это возможно. Собственно, друзья, такая информация. По погоде вновь солнечно, ветрено, весьма и весьма приятная погода. Дождь на сегодня вроде у нас не прогнозируется. Всем добра, спасибо за внимание и до нового выхода на связь.